Привет! Сегодня ты узнаешь, как можно сделать картинку из Little Big Uno. В своем видосе. После того, как ты подготовил свой футажик или шот, взял референсный кадр, мы перейдем в вкладочку для смачивания. Нажимаем на эту кнопку, выбираем здесь референсный шот, выбираем тот кадр, который нас интересует для смачивания. Нажимаем на эту кнопку, и у нас происходит цветовая коррекция, подобная вот этому шоту. Но это не совсем то, что мне нужно, даже судя по векторовскопу. Поэтому я перехожу в базовую коррекцию и здесь немножко поднастраиваю, так как это такой ретро-стиль. Здесь я ставлю минус 5, здесь ставлю 30, даже 20. Экспозицию я не трогаю, контраст я увеличиваю на 20, не советую больше, потому что даже на 30 может быть. Не советую больше, потому что будет переконтраст. Хайлайты я не трогаю, тени я уменьшаю до минус 20, потому что здесь, как вы видите, такие темные участки должны быть тоже присутствовать, как здесь татуировки. Blacks, черные, я увеличиваю где-то на 20, потому что мне нравится такой вот, видите, да, когда вот такой вот эффект, как на фотографиях некоторых в Инстаграме. Далее мы переходим во вкладочку Curves, и здесь нам нужно выбрать вот розовый цвет, потому что, смотрите, сейчас самое интересное, на вектороскопе я вижу, что данный цвет, красный и маджентовый, уходит по сравнению с вот здесь вот. Да? Здесь мы видим вот такое вот приглушенные, да, цветовые оттенки. Поэтому вот этот вот красный цвет, он вот здесь вот выпрыгивает, как и циановый. Поэтому, чтобы этого избежать, я просто приглушаю его. Смотрю вот сюда, вот на вектороскоп. Вот он у нас приглушился. И далее нам нужно циановый точно так же приглушить. Я полагаю, это вот этот цвет. И вот где-то вот до сюда вот так вот я приглушаю. Да. Все. В принципе, уже неплохо. Поэтому, кстати, вот вам для затравочки вы можете таким образом поменять здесь цвет. Далее нам нужно вернуться в базовую коррекцию и здесь с сатурацией немножко поиграться. Где-то, я думаю, до 120. Вот так вот, да, подниму. И с вибрацией перехожу во вкладочку Create. И увеличиваю. Смотрим, как изменяется вектороскоп. Сильно нам не нужно его тоже. Далее просто нам нужно подстроить шапку даже. Так можно подстроить где-то на 0.5. Сатурацию я не буду трогать. И видите, у нас уже waveform уже стал немножко прибит к 204 значению. Что очень даже хорошо. В принципе, все. Всем спасибо.